просто поздравление или стихотворение? О, поздравление. Для кого, кого мы поздравим? Кого мы поздравим? Кого мы поздравим? У кого день рождения? У Лиды! Давайте скажем Лиды красивое поздравление. Скажи, Лида, поздравляю. Умничка! Мы все поддержим и скажем с днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! А вот еще один человек пришел поздравить тебя. Лидочка, поздравляю тебя, скажи. Спасибо. Твоя красивая. Спасибо. Здоровая жалко. Сейчас еще. Ура! Ну, друзья, теперь давайте садимся на поезд. А как делает поезд, вы знаете? Какой поезд? Одним бусом, Маргарита. Садимся в вагончики и... Дальше мы ездить не можем. Знаете почему? Потому что мы приехали к большому, глубокому, синему морю. Вот, это большая, глубокая, синяя море. Вам не страшно? Друзья мои, когда волна умеешь плавать, умница. Вот когда волна поднимается вверх, мы быстренько плывем под волной и должны вытащить вот аж в том конце берега. Хорошо? Вы готовы? Да. Да или то? Садимся по вагонам и поехали! Вот, вот теперь мы приехали к большому темному суду. Вам не страшно?